Ночь науки была организована для заинских школьников 23 октября. Это мероприятие прошло на базе школы номер 4. Сюда были приглашены старшеклассники заинских школ, учителя, родители. Ночь науки проводилась в рамках профориентационного мероприятия, ведь сейчас уже все школьники должны определиться с выбором будущей профессии. Ребятам рассказали об одном из вузов республики, ознакомились с направлениями образования. И на творческих площадках показали практические занятия. Здесь же на месте старшеклассники и родители могли получить консультацию. Елена Маврин, Александр Тимофеев, Игорь Майоров. Новости от Татарстана.